Всем привет! С вами Марина из Диномама, и сегодня я покажу вам теплый зимний конфет марки Густи. Моделька эта из бюджетной серии Зингара by Густи. У нее чуть попроще свойства ткани и немножко поменьше функциональных элементов. Но в целом, зато у них более привлекательная цена. Значит, что у нас есть? На капюшоне внутренняя ветрозащитная планка, подкладка внутри из флиса, кнопки. Капюшон можно отстегнуть. Сначала идет кнопка, а потом молния. Манжеты на липучке и резиночке. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Карман на молнии на груди. И два кармана на липучках в нижней части куртки. Молния с ветрозащитной планкой на липучках с имитацией под кнопки. Крупная молния. Защиты подбородка от защемления. Снежная юбка на кнопках. Внутренняя сторона воротника, спинка и грудка куртки на флисе, в рукавах и в нижней части под снежной юбкой подкладка гладкий полиэстер. Внутренний карман. Еще раз покажу снежную юбку. Этикетка, где можно написать имя ребенка. Сзади капюшон таким образом выглядит. Он отстегивается, рукав классического кроя. И вот так выглядит нижняя часть куртки. В моделях серии Зингаро размеров до 4 входит в полукомбинезон комплект, а с 4 начиная уже брюки с завышенной спинкой. У полукомбинезона эластичные подтяжки. Они регулируются по высоте, не отстегиваются. Талия на резинке, молния. Внутри подклад гладкий полиэстер и этикетка, где можно написать имя ребенка. На коленях прочные вставки. По нижней кромке тоже есть такая прочная вставка. Внутри подкладка, Хотела сначала про снежную юбку рассказать. Вот она, с плотно облегающей резинкой. Подкладка гладкий полиэстер и отворот из такой же ткани, как и снаружи. Колени и вот кромка из более прочного материала. Возможно, я повторяюсь, но я забыла. Говорила я это или нет. Сзади полукомбинезон выглядит вот так. Завышенная спинка, резинка, прочная ткань на попе. И липучки для того, чтобы брюки могли стать пошире, если у ребенка, например, крупные ботинки, луноходы или сноубордические, например. А с 5 размера в комплект входят брюки. У них тоже эластичные подтяжки, ширинка на кнопки и молнии, талия на резинке и вот такая вот завышенная спинка, она не отстегивается. В остальном все то же самое, как в полукомбинезоне, нижняя часть. Быстро покажу. Липучка. И вот прочная попа. Вот так выглядят брюки сзади. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.